война. Родненький мой, Андрюша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете. Ад концлагерей. Аустин! Смерть. Папа, ты скоро придешь? Скоро. Я скоро. Когда уходят самые близкие люди. Судьба не всегда бывает благосклонной. И тогда приходится бороться с врагами Родины, всем миром и собственным страхом. Только один человек сможет вынести это. Андрей Соколов. Мужество, храбрость, сила, любовь. Хранил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. И словно что-то во мне оборвалось. Куда же мне теперь? «Судьба человека» – фильм о несгибаемом солдате.